Здравствуйте, наступило наше время. Лунные базы, скорее всего, будут создавать на полюсах планеты. Ранее ученые изучали экваториальные районы Луны, но пришла пора открывать новые регионы, заявили исследователи. На Земле, кстати, тоже особое внимание уделяют полярным территориям, судя по одному из сюжетов нашего выпуска. В Красную книгу пока не занесли, но их с каждым днем все меньше. Количество молодых людей неуклонно сокращается. Дошло до того, что эксперты называют молодежь вымирающим видом и предлагают варианты спасения. Олег Долгополов расскажет, какие. Причин сокращения молодого населения в наше время много. Повышенная смертность, наркомания, высокая группа риска, большое количество беспризорников – все это влияет на общий человеческий ресурс России. Но не стоит думать, что молодежь беззащитна, ее нужно спасать. Ведь она может постоять и сама за себя. А где сама молодежь во всем этом? Здесь молодежь представлена как объект все равно. Вот не смогли авторы вот этой и той, и другой работы уйти от этого. Я вот себе написал, правда, грустную шутку, а где вся молодежь? В Бирюлево. Главным трендом в развитии молодежной политики считают экономический фактор. Для спасения вымирающего вида нужно обеспечить его жильем и достойной заработной платой. Для этого нужна не только государственная поддержка, но и повышение качества образования и укрепление института семьи. Но это лишь мнение экспертов, которые сами уже вышли из рамок с 14 до 30. Поэтому в этом году предложено создать специальный молодежный совет, который поможет подобрать оптимальные решения. И действительно, сегодня хотелось бы, чтобы молодежная политика имела серьезную поддержку на всех уровнях. И эта поддержка была бы регулярной, четкой, целевой. Мы рассчитываем на то, что само принятие стратегии и поддержка этой стратегии со стороны других ведомств, в том числе Министерства финансов, Министерства экономики, создаст ту самую дорожную карту, по которой государство может понятным для себя форматом, в объеме поддерживать молодежь и молодежные инициативы. Результатом работы заседания, которое состоялось в Росмолодежи, должен стать доклад, который будет опубликован и представлен к рассмотрению уже 1 ноября 2013 года. Олег Долгополов, Илья Титов, Даниил Свидерский, телеканал «Просвещение». Добыть нефть из-подо льда Арктики, с одной стороны, невероятно сложно, с другой – невероятно выгодно. 13% мировых запасов нефти и около 30% газа сосредоточены на арктических территориях. У арктического региона просто нет шансов остаться незамеченным. Какой должна быть роль вузов в реализации арктической стратегии России, выяснили в Ухтинском государственном техническом университете. Освоение Арктики – это одна из самых обсуждаемых тем не только в России, но и в мире. Республика Коми тоже не осталась в стороне. На базе УГТУ впервые прошла межрегиональная научно-практическая конференция о роли вузов в реализации арктической стратегии России. На обсуждение вынесли экологические, технологические, а также социокультурные аспекты. Первое пленарное заседание открыл член Общественной палаты России, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, председатель попечительского совета УГТУ Игорь Шпектор. Это сплошная свалка. Это сотни тысяч брошенных бочек, в том числе с горючим. Это брошенная техника. Это брошенные десятки километров кабельной продукции. О гуманности в освоении Арктики говорил в своем докладе и генерал-полковник из Москвы, геополитик Леонид Ивашов. По его словам, осваивать эту землю надо с заботой об окружающей среде и ни в коем случае не гнаться за одной лишь прибылью. Вторая тема, волнующая ученого, это война за арктические территории, на потенциал которых сейчас претендуют крупнейшие державы мира. Война пока идет политическая, политико-правовая, экологическая война, но мы видим, что и Соединенные Штаты, и Канада, и Норвегия, и даже Дания, они сегодня наращивают военный здесь ресурс, регулярно проводят учения, специальные программы развития своих флотов и сил арктических, специальные программы вооружения для действий в Арктике. И вот на этом фоне нарастания вот этого военного потенциала наших соперников, мы просто довели Северный флот до критического состояния, и береговая охрана, она ничего не может охранять сегодня. Первый день конференции длился до позднего вечера. За это время высказали множество предложений, затронули и проблемы, с которыми сталкиваются вахтовики сегодня. Выступления и дебаты по освоению Арктики продолжатся завтра, в том числе в формате круглых столов. Кристина Калягина, Дмитрий Гончаров, «Планета новостей».
Внимание! Говорит Москва. Говорит, что пора Санкт-Петербургу рассказать о новостях. От имени информационной службы телеканала «Просвещение» заявляю. Миру эфир. От Центрального информбюро говорит и показывает 1М. Да ладно, расслабьтесь. Это М-блок и я, Мария Конусова. Если вы думаете, что ЦПК – это цех париков Калуги, то сильно заблуждаетесь. Прямиком из Центра подготовки космонавтов – сюжет Дарьи Сергеевой. На днях в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Москве чествовали экипаж 35-й и 36-й экспедиции на МКС в составе Павла Виноградова, Александра Мисуркина и Кристофера Кэссиди. Активисты организации «Мир» также были приглашены на торжественное событие. Вернулся экипаж 11 сентября, и только сейчас космонавты окрепли достаточно, чтобы встретиться со всеми, кто участвовал в подготовке полета на космическую станцию. Теплые слова и поздравления в адрес команды передали начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Борисович Краснов. Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, который первым вышел в открытый космос, Алексей Архипович Леонов, а также директор пилотируемых программ НАСА в России Шон Фуллер и многие другие. Сегодня была такая, первая нерабочая встреча, когда действительно пришли друзья, пришли знакомые, пришли коллеги, пришли сотрудники, с которыми работали раньше, пришли земляки. Вот Павел родился в Магаданской области, вот теперь специалисты, люди из Магадана приехали сюда для того, чтобы поприветствовать его на земле. И это у нас традиционная церемония, которая продолжается уже много лет. Кстати, старт следующего экипажа в составе Максима Сураева, Грегори Вайзмана и Александра Греста назначен на 7 ноября 2013 года. 1М и организация «Мир» будут следить за событиями. Дарья Сергеева, Даниил Гочкин, специально для 1М. Благодаря этому сюжету я узнала, что и в военкомате мне будут рады. В военном комиссариате Калининского района прошел день открытых дверей. Десятки молодых людей прошли медицинскую комиссию. В дальнейшем они пополнят состав вооруженных сил Российской Федерации. Но есть и те, для кого перспектива службы еще под большим вопросом. Пришел по повестке, меня вызвали. Я прошел медкомиссию. Ну и по зрению, я думаю, у меня будет отсрочка. Ну, сказали, что в среду надо прийти, следующую. И там уже будет по зрению смотреть. Также Андрей выразил свое мнение и о положительных сторонах службы в армии. Сейчас в армии довольно хорошо. Насколько я знаю, мне брат рассказывал, что у них даже есть тихий час после обеда. Вот. Ну и в целом сейчас армия намного лучше стала, чем была раньше. Напомню, что в течение осеннего призыва в войска отправятся более 150 тысяч человек. Константин Гусок, Даниил Захаркин, специально для 1М. Некоторые фестивали требуют серьезной интеллектуальной подготовки и пары-тройки высших образований. Фестиваль науки в следующем сюжете. В съемочной группе 1М посчастливилось побывать на торжественном открытии Московского фестиваля науки в фундаментальной библиотеке МГУ. Восьмой по счету фестиваль включил в себя лекции, мастер-классы, круглые столы и объединил всех, кто тянется к знаниям и хочет быть в курсе открытий науки. Новости космонавтики, физики, химии, театр занимательной науки, а также демонстрация опытов для всех желающих – все это было представлено на суд гостей фестиваля. Освещены различные направления деятельности НИАФа и МГУ в целом, которые сейчас, ведутся, я бы так сказал. Сейчас ведется как раз работа над спутником Ломоносов и планируется его запуск в следующем августе. Фестиваль собрал огромное количество гостей, что не может не радовать организаторов, участников и корреспондентов 1М – Дарью Сергееву и Даниила Кочкина. Это был М-блок. Для вас старалась Мария Конусова. Всего хорошего. Пока. Спасибо, мир. Мне кажется, что наше с вами общение достойно того, чтобы его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. И наверняка это когда-нибудь случится, когда наступит наше время.